Выпускники Академии полиции имени Штефан Чалмари получили долгожданные дипломы об окончании учебы. Их 164, и с завтрашнего дня они отправятся по распределению в подразделение МВД. Перед руководством и родителями они пообещали стоять на страже общественного порядка. Сербская Республика, Молдова. Облаченные в парадную форму 164 выпускника Академии полиции имени Штефана Чалмари получили свои долгожданные дипломы. После церемонии выпускники попрощались с боевым знаменем и в последний раз продефилировали перед учебным заведением. На торжественной церемонии также присутствовали родители выпускников, которые после официальной части встретили своих детей цветами и объятиями. Эмоции были на высоте, тем более что с завтрашнего дня начинается настоящая взрослая жизнь. Все будут трудоустроены в подразделениях МВД. Меня назначили на ту должность, которую я хотел. А куда именно? В пограничную полицию. На фронтир. Это были замечательные 4 года. У нас были прекрасные преподаватели, коллеги. Очень гордимся, рады, что все закончилось, и желаем дочери доброго пути и всего наилучшего в жизни. Виктор Андранаки, один из выпускников, войдет в состав юридической команды бригады полиции спецназначения «Фулджер». Молодой человек говорит, что хотя годы учебы были не самыми легкими, оно того стоило. Меня направили в полицейскую бригаду особого назначения «Фулджер» на юридическую службу. Молодым выпускникам или уже молодым сотрудникам, если так можно выразиться, могу посоветовать вкладывать много труда и получить доверие общественности. Мне понравилась практика. Теория очень интересная, но когда приступаешь к практическим занятиям и видишь, как это работает, понимаешь, насколько это интересно на деле. С завтрашнего дня ты уже будешь на работе. Куда тебя распределили? Меня направили сюда, в Кишинев. В инспекторат. Меня направили в пенитенциар. Довольно? Не думаю, что плохо, полагаю, справлюсь. Мы гордимся тем, что у нас такая дочь, и рады, что она окончила Академию полиции. Сейчас в Академии полиции имени Штефана Чалмари учатся более 450 студентов. Набор на новый учебный год уже начался и завершится в конце этого месяца.